Yes. Jasomati nandana braja baranakara gokula ranjana kana. Jasomati nandana braja baranakara Gokula Ranjana Kana. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Gopi Paranadhana Madhana Manohara. Kalyadamana Vidhana. Kalyadamana Vidhana. Amala Harinam Amya Vilasa. Amala Harinam Amya Vilasa. Vipina Purandara Navina Nagarabara. Vipina Purandara Navina Nagarabara. Vamsi Vadana Suvasa. Vamsi Vadana Suvasa. Braja Jana Palana Surakula Nashana. Braja Jana Palana Surakula Nashana. Nanda Godana Rakohala. Nanda Godana Rakohala. Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Sundara Nanda Gopala. Sundara Nanda Gopala. Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara. Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara. Rasa Rasika Kripa Mohoya.
Rasa rasika kripa moya. Shri Radha Balava Vrindavana Natabara. Shri Radha Balava Vrindavana Natabara. Bhakati Vinoda Shraya. Bhakati Vinoda Shraya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Haribo, 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 Nittai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading the Bhagavad Gita as it is, chapter 13, Nature, the Enjoyer in Consciousness, text number 16. Bahirantasya Bhutanam. Bahirantasya Bhutanam.
Acharam charame vacha. Acharam charame vacha. Sukshmat vatat avigneyam. Sukshmat vatat avigneyam. Durastam chantike chatat. Durastam chantike chatat. Bahir antascha bhutanam. Bahir antascha bhutanam. Acharam charam evacha. Acharam charam evacha. Sukshmat vatat avigneyam. Sukshmat vatat avigneyam. Durastam chantike chatat. Durastam chantike chatat. Ahirantasya bhutanam. Vaishnavis. Читаем Бхагавад-гита, как она есть, глава 13, природа, наслаждающаяся и сознание, текст 16. Бахих, вне, антах, внутри, ча, также, бхутанам, всех живых существ, ачарам, неподвижных, чарам, движущихся, эва, также, ча, и, сукшматват, поскольку является тонкой по природе, тат, то, авичнеям, непознаваемо, дурастам, далеко, ча, также, антике, рядом, ча, также, тат, то. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Комментарий. Из ведических писаний мы узнаем, что Господь Нараяна, Верховная Личность, пребывает внутри и вне каждого живого существа. Он одновременно находится в духовном и в материальном мире. Находясь бесконечно далеко от нас, Он в то же время всегда рядом с нами. Об этом сказано в Ведах: «Асинадурам враджати шаяно яти сарватах» Катха Упанишат 1.2.21. Он вечно испытывает трансцендентное блаженство, наслаждаясь своими богатствами, но с помощью материальных чувств мы не в силах увидеть или понять это.
Ведах сказано, что материальные чувства и ум не могут постичь Господа. Однако тот, кто очистил свой ум и чувства, занимаясь преданным служением Господу в сознании Кришны, видит Господа постоянно. Об этом сказано в Брахма-самхите: преданный, развивший любовь ко Всевышнему, всегда, постоянно видит его образ. О том же самом говорится в Бхагавадгите 11.54 «Бхактя твам ананья шакьях». Постичь и увидеть Господа можно только с помощью преданного служения. Омагьяна тимарандасья тянанчана шалакая чатсурмилитаньена тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадамайам Дадати Свападантикам Бандихам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Раганатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишака Нитамсча Хе Кришна Карна Синду Дина Банду Джагадпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Вришабанустате Деви Пранамами Хари Прие Ванчакаупатарубьяща Крипа Синдубаевача Патитанам Паванебьо Вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. So in this section of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing about the knower of the field of activities, what is known as the Kshetragna. Итак, в этом разделе Бхагавад-гиты Кришна описывает того, кто является знающим поле деятельности, кшетрагья. Right? Кшетра is the field, and the гья, кшетрагна, the knower of the field. Кшетра переводится как поле, и гья или чна, тот, кто знает, знающий поле. We explained yesterday how there are two knowers in the field. There is the Supreme Absolute Truth and the Living Entity. Мы вчера объясняли, что есть два знающих поля. Один — это абсолютная истина, Верховный Господь, и второе — живое существо. So here in this verse tonight, Lord Krishna is describing how the Supreme Absolute Truth is within everything, but at the same time he is outside of everything. И в сегодняшнем стихе Господь Кришна объясняет, как Высшая Истина пребывает одновременно и внутри всего, и снаружи всего. If you've read the Ishopanishad, you may be familiar with a similar mantra there. Если вы читали Ишопанишад, то вы вспомните, что там есть похожая мантра. Эйджати, тад найджати, тад дуре, тад вантике, тад антараша сарвашья, таду сарвашья байатаха. The Supreme Lord walks and he does not walk. Верховный Господь ходит и не ходит. He is far away, but he is very near as well. Он очень далеко и в то же время очень близко.
He's within everything, and again he is outside of everything. Он находится внутри всего и в то же время снаружи. So this is the inconceivable nature of the Supreme Lord. Такова непостижимая природа Верховного Господа. I mentioned briefly yesterday about how we have to understand that there is such a thing as inconceivable potency. И я вчера также объяснял, как следует понимать вот этот принцип непостижимого могущества. What is called achintya shakti. Что называется achintya shakti. So the Lord has this inconceivable potency by which he can perform all of these apparently contradictory activities. Итак, Господь обладает вот этим непостижимым могуществом, при помощи которого Он может совершать противоречивые действия. He's within everything. We know He is in everyone's heart as the super soul. Он находится внутри всего. Мы знаем, что Он как сверхдуша находится в сердце каждого. And He is in the atoms, within the atom. Он также находится внутри атомов. So He is within everything. Итак, он находится внутри всего. But he is also outside of everything. И в то же время он находится снаружи всего. Because he is residing in his own abode, in the spiritual world. Поскольку он пребывает в своей духовной обители. So this is the inconceivable potency of the Lord. В этом проявляется непостижимое могущество Господа. And of course the atheistic non-believers, they often challenge that if there's really this God, why you can't see him? Атеистичные, материалистичные люди, те, кто не верят в Бога, они бросают вызов, говоря, что если Бог есть, почему я не могу увидеть его? So in the purport, Srila Prabhupada explains that you want to see God, you have to first purify yourself. Шрила Прабхупада в комментариях к сегодняшнему стиху объясняет, что прежде чем мы сможем увидеть Господа, мы должны очистить себя. And there's a verse which says the Lord cannot be understood by the material senses. Есть стих, где говорится, что Господа не можно понять при помощи материальных чувств. If you read a book called The Brihad Bhagavatamrita by Sanatana Goswami, it describes how a cowherd boy from Govardhan had a mantra by which he was able to go to other planets around the universe. В Брихад Бхагаватамрите описывается история, как мальчик с Говардхана. Maharaj, he gave a special mantra by which he could be able to... His guru had given him a mantra. Его гуру, этого мальчика на Говардхане, дал ему мантру, при помощи которой он смог путешествовать по разным планетам. And by the power of the mantra, he could transfer himself to other planets. С помощью силы этой мантры он мог перенестись на другие планеты. So he went... First of all, he went to the heavenly planets, and he was there for some time. Сначала он отправился на райские планеты и пробыл там какое-то время. But then he heard there were planets above heaven also. Но потом он узнал о том, что выше райских планет есть еще другие планеты. So he wanted to go. He went there to see what was going on there. И он пожелал отправиться туда, чтобы узнать, что там происходит. There are actually four planets above heaven. Фактически есть четыре вышестоящих уровня планетных систем над райскими планетами. One is called Mahaloka, one is called Janaloka, one is called Tapaloka, and then the topmost planet is Satyaloka. Mahaloka, Janaloka, Tapaloka и Satyaloka. Yeah, Satyaloka is where Lord Brahma resides, in the topmost planet in the universe. Сатья-лока — это самая наивысшая планета нашей Вселенной, где находится Господь Брахма. So, this cowherd boy, his name was Gop Kumar, he went to Tapaloka. And in Tapaloka, he met with the four Kumaras.
Итак, этот мальчик, пастушок по имени Гоп-Кумар, отправился на Тапалоку, и там он встретился с четырьмя кумарами. The four kumaras were residing there, and there were many other also great souls all residing there. Четверо кумаров и множество других великих душ находились на этой планетной системе. And they were all engaged in meditation. И все они были заняты медитацией. They were meditating on the Lord in the heart. Они медитировали на Господа, пребывающего в их сердце. So Gop Kumar was coming from Govardhan, and he was not accustomed to this. А Gop Kumar, он прибыл к ним с Говардхана, и ему было это все непривычно. He had been to Jagannath Puri, and he'd been there in Jagannath Puri worshiping Lord Jagannath. And he was attached to worshiping the Lord in the deity form. Он был и видел, как в Джаганатхапуре все поклоняются Господу Джаганатху, будучи привязанными к этой форме. But the devotees on Tapaloka, they were telling Gop Kumar that you cannot understand the Lord with your material senses. Однако эти обитатели Тапалоки ответили ему, что невозможно при помощи наших чувств познать Бога. The Lord is spiritual. You cannot see him with your material senses. Господь духовен, и его невозможно увидеть материальными чувствами. And they encouraged Gop Kumar that instead of worshiping the Lord in the deity form, you should meditate on the Lord in the heart. И они стали вдохновлять Гоп-Кумара на то, что вместо того, чтобы поклоняться Господу в форме Джаганатха, лучше следует медитировать на Него в своем сердце. So Gop-Kumar was impressed. He saw how they were always sitting in meditation, in trance, on meditating on the super soul. И Гоп-Кумар был очень впечатлен, видя, как они медитируют на Господа в своем сердце. It was not attractive to Gop-Kumar because he'd been brought up in Govardhan and he had a taste for worshiping the Lord in the deity form. Однако то, что он услышал от них, не привлекло его, потому что сам он был родом из Говардхана, и там был совершенно другой опыт. He was enjoying the loving reciprocation between the Lord in the deity form and himself. Он наслаждался опытом любовного взаимообмена, который происходит между божеством и его преданным. And if you just meditate on the Lord in the deity form in the heart, there's none of that reciprocation. You won't feel that same loving exchange. Однако, если медитировать на Господа, на Божество в своем сердце, то всего этого опыта взаимообмена, любовного взаимообмена, его не будет. But still, the argument is very good that you cannot understand the Lord by your material senses. Однако этот аргумент был очень хорош, что мы не можем увидеть Бога при помощи наших материальных чувств. But the Lord does reveal himself to his devotee. Однако Господь являет себя перед своим преданным. We know from the Bhagavad Gita Lord Krishna says, "Bhakti mam abhijananti," that the Lord is conquered and he reveals himself to those who have real devotion to him. Как мы знаем, Кришна говорит в Бхагавад-гите, "Бхакти мам абхиджанати," что будучи покоренным любовью своего преданного, он являет себя перед ним. From the Bhagavad-gita, we can see the importance of devotion. Итак, из Бхагавад-гиты мы можем увидеть о важности преданности. In the ninth chapter, Lord Krishna said, "Patram pushpam palam toyam yome bhakcha prayachati," that you can offer even simple things like a leaf, a flower, fruit, water, and if they're offered with love and devotion,
then I will accept. Из Бхагавад-гиты, из этого стиха мы узнаем, что Господу можно предложить простые вещи, плод, цветок или немного воды, но с любовью и преданностью, и Господь непременно примет это. So from the Bhagavad-gita, we study the, we will see how it's devotion, which is really what Krishna wants, and it's a devotion which is at the top of the yoga ladder. Итак, из Бхагавад-гиты мы видим, что именно преданность является тем, что желает видеть в нас Кришна, что преданность находится на самой вершине лестницы йоги. But how are you going to get that devotion? Some people, they will do it by meditation, and others will do it by bhakti yoga, beginning with hearing and chanting. Для того, чтобы развить эту преданность, кто-то посвящает себя практике медитации, а кто-то совершает преданное служение, повторяя и слушая. To approach the Lord by meditation is much more difficult than to understand Him by devotion. Приблизиться к Господу при помощи медитации значительно сложнее, нежели приблизиться к Нему при помощи практики бхакти. But still, if somebody has been doing some meditation, and then if we introduce them to chanting Hare Krishna, they can quickly progress, because they are used to controlling the mind, and they can chant japa very easily. Однако, если кто-то уже занят практикой такой медитации, мы можем познакомить их с принципами преданного служения, и тогда они могут совершить очень быстрый прогресс, потому что они уже научились управлять своим умом и чувствами и смогут себя посвятить практике повторения святых имен. Meditation is not the process for this age, because they will make progress very slowly. Медитация не является практикой для нашего века. Это такой медленный процесс. Kardama Muni is described in the Srimad Bhagavatam, how Kardama Muni was meditating for 10,000 years. В Шримад Бхагаватам описывается история, связанная с Кардама Муни, о том, что в течение 10 тысяч лет он занимался практикой медитации. And the Lord appeared to him, and the Lord told him that I'm sending a woman to you, and she'll make a very good wife, and you should accept her. И Господь предстал перед ним, явился и сказал, что я пошлю тебе замечательную супругу, которая станет тебе женой. And so Kardama Muni, he'd been meditating 10,000 years, then he got involved with Devahuti, and he was in Grihastha Ashram, and they had a child who was the incarnation of Godhead, Lord Kapila. Так, в течение 10,000 лет он занимался этой медитацией, прежде чем смог увидеть Господа. Потом позже он женился на Девахути, у них появился ребенок, который был воплощением Верховной Личности Бога. And then Kardama Muni, then after they had the child, Kardama Muni left home and went off again, renounced, and went off to perfect his life. Через некоторое время Кардама Муни вновь принял отречение и удалился от домашних дел. So meditation takes very long, takes a long time. People have to sit for thousands of years. Так, медитация требует очень длительного времени, тысячи лет порой необходимо этим заниматься. But in devotional service, very quickly you can make advancement. Однако, занимаясь преданным служением, можно очень быстро продвинуться. Just by taking part in sankirtan, chanting and dancing. Принимая участие в воспевании, танцуя. We can associate with the Lord through His holy name. Таким образом, мы можем общаться с самим Верховным Господом через Его святое имя. Of course, the challenge is that you have to be purified to associate with the Lord.
Однако важным моментом является то, что мы должны очистить себя для того, чтобы общаться с Господом. We cannot understand the Lord by our material senses. Мы не сможем понять Господа при помощи материальных чувств. But the verse goes on to say that the Lord reveals himself when he is pleased by the service of the devotee. Однако дальше говорится, что Господь являет себя преданному, когда он удовлетворен его служением. Аташи Кришна Намади Набавет Криаминдриани Севан Мукихи Дживадо Свайам Эва Спурати Яда. That when we use our tongue in the service of Krishna, then we can attract Krishna. Это когда мы используем свой язык в служении Кришне, мы можем привлечь Кришну, говорится в этом стихе. Севан мукихи джива адау. The джива, the tongue. So when we use that tongue for the service of Krishna, then this helps us to come to know Krishna. Севан мукихи джихва, да. Джихва означает язык, что когда мы задействуем наш язык в служении Кришны, мы можем приблизиться к нему. And the tongue is used to chant the holy name and to taste prasadam. Как мы задействуем наш язык, мы воспеваем святые имена и вкушаем прасад. Две очень простые вещи. But by these activities we purify our senses and we come to know Krishna. При помощи этих двух методов мы очищаем наши чувства и таким образом можем приблизиться к Кришне. So the Lord's potency is described in this verse, how he is far away and he's very near as well, he's within and he's outside of everything. Так в этом стихе описывается могущество Господа, что он очень далеко и в то же время близко, что он внутри и вовне всех живых существ. So these kind of statements are often there in the Upanishads and they're here in this section in the Bhagavad Gita also. Так эти утверждения встречаются в Упанишадах и также вот в этом разделе Бхагавад-гиты. And people often become bewildered by it and they think, oh, how to understand it? They think, how is it possible? И люди это почти сбивают с толку, как же это возможно так? They think, he cannot be a person. Они думают, что, что он не может быть личностью. And this is why people become impersonalists and they take to the impersonal philosophy. В этом состоит причина, почему люди становятся имперсоналистами, принимают имперсональную философию. They're not able to understand how there could be a person who could present so many contradictions in his nature. Они становятся имперсоналистами, потому что они не понимают, как будучи личностью, Господь может проявлять вот такие качества. But the Lord is there as a person, and he will reveal himself to those pure-hearted devotees. Однако Господь и является личностью, и он являет себя тем, чьи сердца чисты. Just like in Brahma Samhita, Lord Brahma describes how the pure devotee whose eyes are tinged with the salve of love, then they can see Krishna. Как Брама Самхите, Господь Брама объясняет, что преданный, чьи глаза умощены бальзамом любви, может видеть Кришну. Srila Prabhupada was saying there is only one qualification to see God. Прабхупада говорил, что есть лишь одна квалификация для того, чтобы увидеть Бога. That is love. Это любовь. When your eyes are anointed with the salve of love, then you will see God. Когда ваши глаза умощены бальзамом любви, тогда вы сможете увидеть Бога. And Prabhupada would quote the verse from Brahma Samhita. Преманджана чарита бхакти вилочанина санта садайва ридяишу вилокаянти ям шама сундарам ачинча гунам сварупам говиндам адипуршам тамахам баджами. I worship Govinda, who is Krishna Shamsundar himself, with inconceivable, innumerable attributes.
Шрила Прабхупада цитирует этот стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится, что «Я поклоняюсь Шама Сундари, Махарадж». «I worship to Шама Сундара, who is...» «I worship Govinda, the primeval Lord, who is Krishna, Shamsundar, with inconceivable, innumerable attributes». «Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде, который является Шама Сундара и обладает бесчисленными качествами». And he is seen by the pure devotees, тому, кого могут увидеть лишь чистые преданные, whose eyes are anointed with the salve of love of God. Его могут увидеть преданные, чьи глаза умощены бальзам любви. The qualification to see God, you have to have this prema, this love of God, this is the ointment for the eyes. Итак, Бога можно увидеть при помощи прямо вот этого бальзама, нанесенного на наши глаза. It's not some ointment you can get from the beauty parlor. Речь не идет о каком-то бальзаме, который можно купить в салоне красоты. This ointment of love of God, you have to cultivate it by devotional service. Этот бальзам любви, он развивается благодаря совершению преданного служения. But when we have developed that love, that pure love for Krishna, then we will be qualified. И когда мы развиваем эту любовь, чистую любовь к Господу Кришне, мы обретаем эту квалификацию. And of course, and this is confirmed in the Bhagavad Gita by Lord Krishna himself. И Господь Кришна сам подтверждает это в Бхагавад-гите также. Krishna said, only by devotion can I be understood. Когда он говорит, что только при помощи преданности кто-либо может познать меня. Other people trying to understand God by their material senses will never succeed. И другие люди, которые пытаются познать его при помощи материальных чувств, не достигнут успеха. There was one stupid man, he got hold of a shaligram shila, and he cut it in half. He wanted to find the Lord inside the shaligram shila. Real story? Yeah. Есть одна история про одного такого глупого, недалекого человека, который брал шалограмма шилы, раскалывал их на части, пытался найти там внутри Господа. He was trying to use his material senses to see God. Он пытался при помощи своих материальных чувств увидеть, разглядеть там Бога. So Lord Krishna himself says in the Bhagavad Gita, I am never manifest to the foolish and the unintelligent. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я никогда не являю себя глупцам и невеждам. Krishna says, for them I am covered by my yoga maya potency. Кришна говорит, что для них я скрыт своей энергией йога. Йога-майя. It works in two ways. И йога-майя, она проявляет две функции. Right? There's just like electricity. You can use electricity to heat and to cool. Точно так же, как электричество, его можно использовать для того, чтобы что-то нагреть, либо охладить. We use electricity to light, and we use electricity to operate things like charge our mobile phones and things. Мы используем электричество для того, чтобы включить свет, либо можем заряжать наши сотовые телефоны. So we make use of electricity in different ways, and similarly Krishna's Maya also acts in different ways. Так же, как электричество может быть использовано разными способами, так же и Майя, эта энергия Господа, проявляет себя разными способами. Yoga Maya will act sometimes for Krishna's pastimes, to facilitate the pastimes of Lord Krishna. Йога Майя действует для того, чтобы устроить что-то в играх Кришны. We were explaining this morning about Lord Balaram, how he was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini by Yoga Maya.
Как мы объясняли сегодня, кажется, это было сегодня утром, как Йога Майя перенесла Господа Баларама из лона from Rohini womb. And Krishna appeared in the prison house of Kamsa in his forearm form, and then took the form of a baby by the power of Yoga Maya. Из лона Врахини в лона Деваки, и как эта же энергия Йога Майи, как Господь принял свою четырехрукую форму, предстал в ней перед Деваки. So Yoga Maya facilitates Lord Krishna's pastimes with his devotees. Итак, Йога Майя устраивает игры для Господа. But Yoga Maya also covers up Krishna and reveals him as an ordinary person to the foolish and less intelligent. Йога Майя также покрывает или скрывает Господа от глупых и невежественных людей. We often refer to that as Maha Maya, which it's just really Yoga Maya, but it's working in another way. И в этом ее качестве мы называем ее Маха-майя. В действительности это та же Йога-майя, но она проявляет себя уже таким образом. Йога-майя covers up Krishna to facilitate Krishna's lila with his devotees. Йога-майя покрывает Верховного Господа для того, чтобы устроить игры между Господом и преданными. Mother Yashoda, by the influence of Yoga Maya, she thinks of Lord Krishna as her son. Мать Яшода под влиянием Йога Майи считала себя матерью, а Кришну своим сыном. And the gopis, they think of Krishna as their lover. Гопи же считали Кришну своим возлюбленным. So that Yoga Maya, but the same Yoga Maya also acts on the non-devotees, covers up Krishna to reveal him as an ordinary person. Таким образом проявляет себя Йога Майя, и также она проявляет себя иначе, когда покрывает Кришну, скрывая его от невежественных людей. People sometimes say, why doesn't Krishna come today? If Krishna comes today, then we'll all surrender to him. Некоторые недалекие люди восклицают, но почему же Кришна не явится сегодня? Вот если бы вот он сегодня бы явился, мы бы ему предались. But we see 5,000 years ago, when Lord Krishna came, not everyone surrendered to him. Однако мы видим, что 5000 лет назад, когда Господь явился на землю, далеко не все вручили себя Ему. There were many non-devotees who were engaged in the service of King Kamsa. Тогда тоже было множество непреданных, которые служили тогда царю Камсе. Only some special devotees had special souls, took the opportunity to surrender and do service to Krishna. Только некоторые особые души воспользовались этой возможностью и вручили себя служению Кришне. But the others, the demons, they were always inimical. They were fighting with Krishna and trying to kill Krishna. Однако другие живые существа, враждебные по своей природе, демоничные, пытались убить Кришну. We see Bakasura. Bakasura came in the form of a gigantic bird and he swallowed Krishna at one point. Бакасура, демон, который явился в форме гигантской цапли, пытался проглотить Кришну. Krishna was taken into the body of Bakasura, and then Krishna, of course, is able to come out from that situation. Кришна проскочил вовнутрь, попал вовнутрь тела этого Бакасура, и у Кришны есть всегда возможность выйти наружу. And Bakasura had a brother, Agasura, who was the form of a gigantic serpent. У Бакасура есть брат, Агасура, который принял форму гигантской змеи. And all the cowherd boys walked into the body of Agasura. They were thinking, well, if there's any problem, Krishna's here, he will protect. Мальчики-пастушки зашли в его раскрытую пасть, думая, что, ну, рядом с нами Кришна, он всегда придет на помощь. The cowherd boys had that faith
That whatever problem, any danger, there's a Krishna will save. У мальчиков-пастушков была твердая вера, что бы ни случилось с нами, Кришна непременно нас защитит. The cowherd boys had performed pious activities for many lifetimes, and therefore they were able to be with Krishna. Мальчики-пастушки совершали множество благочестивых поступков в своих прошлых жизнях и теперь обрели возможность быть вместе с Кришной. They were not ordinary souls. Они не являются обычными душами. But they were all very special souls who had performed pious activities over many lifetimes. Все они особые души, которые совершали множество благочестивых поступков на протяжении множества жизней. And they were able to come and take part in Krishna's pastimes and play with Krishna, go to the forest every day, take lunch with Krishna. Благодаря чему они смогли обрести это положение, быть рядом с Кришной, вместе с Ним, отправляться в лес, принимать обед вместе с Ним. So the cowherd boys were all very special souls. The gopis also were very special souls. Так мальчики-пастушки, а также гопи, все они являются особыми душами. Some of the gopis were the great sages from the pastimes of Lord Rama. In the pastimes of Lord Rama, they were great sages in the forest, and they met Lord Rama, and they were attracted by him. Некоторые из гопи являются мудрецами в прошлом, в частности, когда Господь Рама воплощался на земле, они были мудрецами, которые, и когда Господь Рама встретил их, они испытали к нему сильное влечение. They desired to have an amorous relationship with Lord Ramachandra. But Lord Ramachandra told them that in this life I vowed only to have one wife. But if you come in my next incarnation, when I come in Vrindavan, at that time you can enjoy conjugal pastime. Итак, их медитация настроением была супружеская любовь с Господом, но Господь Рама ответил, что в этом воплощении у меня всего лишь одна жена, и поэтому в следующем своем воплощении я приду и смогу принять вашу любовь. So some of the gopis, they were the sages from the forest, from the Treta Yuga, and they had met Lord Ramachandra. Итак, некоторые из гопи были мудрецами в прошлом, точнее, из Трета-юги. And some other gopis, they were the personified Vedas, who desired to understand the Lord in His form, in His transcendental form. Другие же гопи были никем иным, как олицетворенными ведами, которые желали встретиться с Ним. Initially, the personified Vedas had come to Vrindavan just desiring to understand Krishna. But Krishna told them that if you want to understand me, first of all, you have to take birth in the family of the Vrindavasi people. Однажды олицетворенные Веды пришли во Вриндаван с целью понять, познать Кришну, однако Кришна сказал, что вы должны родиться во Вриндаване в семье Враджаваси сперва. Кришна told the personified Vedas, it's not enough to just be here with me, you have to take birth in the family of the gopis. И Кришна сказал, что этого недостаточно просто находиться рядом со мной, вы должны родиться здесь, в семьях гопов. You want to develop that spontaneous love for Krishna like the gopis? You have to take birth in a family like the gopis. Если вы хотите развить ту же спонтанную любовь, которой обладает гопи, вы должны родиться в их роду. I don't think you women could do it. А? I don't think these ladies could do it. I don't think they could take birth in the family of the gopis. Я не думаю, что Махарадж, what do you mean? This audience? Yeah, you are addressing to the... I don't think any of these ladies can take birth
in the family of the gopis in Vrindavan. You don't think? No. I don't think they'll be happy collecting cow dung, picking up cow dung and making patties every day. Вот, Хрилло, вы ловили момент, что-то я запутался. Я переведу для зума. Я, Махарадж, сказал, что я не думаю, что присутствующие здесь женщины могут родиться в семьях гопи, потому что мы не привыкли заниматься тем, чем занимаются они, например, делать лепешки из навоза. No, I can't see you ladies picking up cow dung. Это же я не вижу, не могу представить, что вы сможете этим заниматься, делать лепешки из навоза. It will be difficult for you to get into Goloka. И должно быть, вам будет сложным попасть на Голоку. I think you'll be much more attracted to Dwarka. Я думаю, что вас скорее всего привлечет Дварака. Dwarka is a place of opulence. Дварака это место, где царит роскошь. Oh, you'll be happy there. Я думаю, вы там будете просто счастливы. But in Vrindavan, picking up cow dung, serving the cows, cleaning the cows, milking the cows, cooking the milk, village life. А так, что представляет из себя Вриндаван, это такая деревенская жизнь. Вы доите коров, вы убираете за ними, вы ухаживаете за ними, готовите что-то из молока. Village life, very sweet. The sweetness is in the village life. Деревенская жизнь очень сладка. So these people in Vrindavan, they're very special. Итак, жители Вриндавана очень особые души. So the gopis, there were some were the personified Vedas, some were the rishis from the time of Lord Ramachandra. And some of the gopis had come from the spiritual world to take part in Krishna's life. Итак, некоторые из гопи представляют собой олицетворенные веды. Некоторые из них это мудрецы из прошлой эпохи, трета-юги, а какие-то гопи это гопи, которые спустились из высшей обители. In other words, nitya-siddha gopis. То есть это такие нитья-сиддха-гопи. They've come with Krishna from Goloka. They've come here just to be with Krishna, to take part in his pastime. Эти гопи спустились вместе с Кришной с Голоки, чтобы принять участие в его вечных играх. So these kind of people, they're qualified to see Krishna, to be with Krishna. И они квалифицированы для того, чтобы видеть Кришну и быть вместе с ним. We want to know Krishna, the Lord in the heart, the super soul. We have to also be qualified. Для того, чтобы увидеть Господа как сверхдушу, пребывающего в сердце, тоже необходима квалификация. We have to purify the mind and senses. Мы должны для этого очистить сперва свой ум и чувства. So, to meditate on the super soul, that is the seventh stage of Astanga Yoga. Так медитация на сверхдушу является седьмой ступенью в практике Аштанга Йоги. If you do Astanga Yoga, it begins with Yam and Niyam, and then Asanas, and then Pranayama. А если вы будете заниматься практикой Аштанга Йоги, то там будут такие ступени Яма, Нияма, потом Асана, далее Пранаяма. And then pratyahara, dharana, and then dhyana, the meditation, the seventh step of the Ashtanga Yoga. Далее следует pratyahara, dharana, и седьмое dhyana, медитация. But in bhakti yoga, the meditation comes the third step in bhakti yoga. Однако в рамках практики бхакти йоги медитация она идет третьей. Hearing, ступенью hearing, first hearing, then значит, chanting, then smaranam, remembering. Remembering means meditation.
Сначала слушание, потом повторение, воспевание, и далее идет медитация. Третье. So we can fix the mind on the Lord by first hearing and then chanting nicely, then remembrance will come. Итак, мы можем сосредоточить свой ум на Господе при помощи слушания и воспевания. И потом приходит на медитацию, памятование. Okay, are there any questions? Есть ли вопросы? Ваше Святейшество, вы вчера говорили про гордость, которая у сына брахмана, который проклял Махараджа Парикшита. Откуда это берется и что с этим делать? Махарадж, yesterday you talked about proud, on the example of Риши Шринги, who cursed Махараджа Парикшит. What is the source of proud? What is the source of pride? Where does pride come from? Pride, right. Mm-hmm. And how to eradicate the pride? Well, pride, why is it someone becomes proud? We become proud, we're thinking we're better than others, we're better than other people. That is the nature of pride. Так откуда берется гордость или происходит? Она происходит из того, что мы считаем себя лучше, чем другие. That I have a good birth, like you were giving the example about Sringi in Srimad Bhagavatam, that he cursed Maharaj Parikshit because he thought I am born in the Brahmana community, so I am high class. Итак, один из аспектов – это рождение. Этот Риши Шринги, почему он проклял Парикшита? Потому что он считал, что своим происхождением он стоит выше, чем Парикшит. And he thought, this king Parikshit, he's low class. He's a king. He's low class. И он смотрел на Махараджа Парикшита как того, кто находится рождением или классом ниже его самого. That kind of pride comes by ignorance. We're thinking ourselves to be better than others. Итак, эта гордость, она рождается из невежества и проявляется в том, что мы считаем себя лучше других. And we're thinking we're better based on some material calculation. Мы считаем себя лучше других материальном отношении. So someone may be a brahman in this life, but in the next life doesn't mean they will be a brahman. They may be born in a low birth in the next life. Кто-то может в этой жизни быть брахманом, но это вовсе не означает, что в следующей жизни он не родится в какой-то низкой семье. So the birth is not really the consideration for high class and low class. Итак, само по себе лишь рождение не является основанием для того, чтобы судить кого-то высоким или низким по положению. Srila Prabhupada was in Sweden, and he was lecturing to the students there in Sweden in the 1970s, when there was a lot of student revolting and student uprisings and protests. В 70-х годах Шрила Прабхупада посетил Швецию, и он давал лекцию для студентов, и тогда это были времена, когда было множество разных протестов со стороны этих студентов. So Srila Prabhupada was lecturing to the students, and he was stressing how the modern society is creating giving everyone the sudra mentality. Шрила Прабхупада говорил, как современная цивилизация каждому прививает настроение или менталитет шудры. And Prabhupada used the term
fourth class. Шрила Прабхупада использовал этот термин четвертый класс. Because in the Vedic system there would be the Brahmin and then the Kshatriya and the Vaishya. So first class, second class, third class, and the Sudra would be the fourth class person. Прабхупада говорил, что Брахман это первый класс, Кшатрия второй, Вайши третий и Шудры приходили с четвертым классом. So Prabhupada was explaining how modern society is not created. People don't want to be Brahmins. Many people just have this Sudra mentality, which is like fourth class. Так Шрила Прабхупада говорил, что современная цивилизация не порождает людей первого класса, однако она порождает людей четвертого класса с менталитетом шудры. So one of the students took resentment to this, and he stood up and he shouted to Prabhupada. Один студент обиделся на это выражение, он встал и начал кричать. He said to Prabhupada, so you are saying that we are all fourth class and you are first class, is it? Он сказал, так, вы говорите, что мы все относимся к четвертому классу, а вы, значит, первый класс, это так? The atmosphere became very tense, you know. И атмосфера стала очень напряженной. And one of the devotees there, he told me, he said he was ready to jump on that student and just beat the life out of him. И один преданный, который тоже находился там, он рассказывал мне, что он уже был готов кинуться на этого студента. He was so angry that he could speak like this to Prabhupada. Он так негодовал от того, что этот студент позволял себе таким образом разговаривать с Прабхупадой. But Prabhupada looked at the student and said, Prabhupada, first of all, very lowered his head and said in a humble voice, he said, actually, I am fifth class because I've come here to serve all of you. И Прабхупада очень в смиренном настроении, с такой поклоненной головой, сказал ему, что в действительности, что касается меня, то я принадлежу пятому классу, потому что я пришел сюда, чтобы служить всем вам. So Prabhupada confirmed that these people, these students were all fourth class. Так, таким образом, Шрила Прабхупада подтвердил свой тезис о том, что все студенты относились к четвертому классу. And he expressed also that his deep humility that he had come to them to serve them. Также он выразил свое глубокое смирение перед ними, что он пришел к ним для того, чтобы им послужить. So pride comes about by identifying with the material body and material situation. Итак, гордость приходит вследствие отождествления себя с материальным телом и всеми материальными атрибутами этого тела. You may be proud of your wealth, you may be proud of your good looks, you may be proud of your birth. Можно гордиться своим богатством, тем, как я выгляжу, можно гордиться своим рождением. But these things are also temporary. Но все эти вещи временные. Your money becomes less every day. Каждый день наши деньги тратятся. Your beauty will fade with the course of time. С течением времени наша красота тоже истощается. And your birth. Now may have taken birth in a noble family, but next life you don't know where you take birth. В этой жизни мы можем родиться в какой-то престижной аристократической семье, но никто не знает, где мы родимся в следующей жизни. So pride is caused by ignorance. Итак, гордость порождена невежеством. And we can remove that sense of false pride by cultivating spiritual knowledge. И мы можем избавиться от этого чувства ложной гордости, развивая духовное знание. Yeah. Вы потом. Конечно. Ваша милость. Скажите, пожалуйста, что происходит с человеком, который увидел Кришну, и какова его квалификация? What happened
if person who have seen the Krishna, who eventually have seen the Krishna, and what is his qualification? What is his qualification? Qualification. Well, I mentioned that you want to see Krishna, you have to have pure vision. Your eyes have to be anointed with love of God. Так, then you can see Krishna, Shamsun. Так как я уже говорил, что для того, чтобы увидеть Кришну, мы должны очистить наше сердце, и наши глаза должны быть умощены бальзамом любви, и тогда мы увидим Кришну Шимасундару. You see him within the heart. Мы его видим в сердце. With the eye of devotion. Глазами преданности. And that eye of devotion is tinged with the love of Krishna. Эти глаза преданности, они умощены бальзамом любви. But I also explained there were people who saw Krishna, they didn't surrender to Krishna, they didn't recognize Krishna as God. Я также упоминал, что были те, кто видели Кришну, но не признавали в нем Верховного Господа, не вручали себя ему. Not everyone could surrender to Krishna. Далеко не каждый может вручить себя Кришне. There were many demons. They tried to kill Krishna. Было множество демонов, которые пытались убить Кришну. So the attitude is important. Итак, настроение является важным фактором. It's not enough just to see Krishna. Совершенно недостаточно просто увидеть Кришну. You want to surrender to Krishna. Необходимо вручить себя ему. You see Krishna, oh, okay. You think he's an ordinary person. Если вот так просто увидеть Кришну, можно подумать, ну, хорошо, и принять его за обычного Krishna человека. Krishna covers himself up. Кришна покрывает или скрывает себя от других. And the foolish and the unintelligent people, they do not recognize who is, what is Krishna's position. А глупые, невежественные люди, они не смогут увидеть Кришне и его положение. So that is Mahamaya. It's a form of yoga maya. Так действует Mahamaya. Это форма йога майя. Understand? Понятно. What has happened with the person when he finally have seen the Krishna? What happened with him? Is he a devotee? Если он преданный. The person sees Krishna. The person who sees Krishna, is he a devotee or not? Вопрос в том, человек, который видит Кришну, он преданный или не преданный? Because non-devotees also see Krishna. Непреданный тоже может видеть Кришну. So who are you talking about? То есть о ком вы говорите? A devotee or a non-devotee? О преданном или о непреданном? Putana also had an experience of seeing the Krishna, and finally she attained the higher birth as a divine mother. Not every demon. Не каждый демон. Not every demon became Krishna's mother. That Putana was a very special demon. Далеко не каждый демон обретает положение божественной матери. Путана была особой личностью. But there were other demons also saw Krishna. They did not surrender to Krishna. Были другие демоны, которые тоже созерцали Кришну, но не предавались ему. And some demons Krishna killed them. И некоторых таких демонов Кришна убивал. And some of the demons who were killed, usually the demons killed by Krishna, they would go to the Brahma Jyoti. Обычно демоны, которых убивал Кришна, отправлялись, сливались в Брахма Джойти.
Putana was special demon. Но Путана была особенной демоницей. That she could go to the spiritual world. Она могла отправиться в духовный мир. But not every demon was so special. Однако далеко не каждый демон занимает такое of особое course, положение. Just to be able to come to Krishna, to meet Krishna, they're special, but they don't all surrender to Krishna. Конечно же, каждый, кто удостаивается возможности быть рядом с Кришной, увидеть Кришну особый, но далеко не все из них вручают себе Кришну. Путана was offering some service to Krishna. She was taking Krishna and holding Krishna and feeding Krishna. Путана предложила Кришне служение, она пришла к нему и пыталась накормить его своим молоком. So Krishna saw she wants to be my mother. Кришна подумал, она хочет стать моей матерью. So he took her to the spiritual world. Поэтому он забрал ее в духовный мир. Of course, she was not a mother like Yashoda. Конечно же, она не занимала положение матери такое, какое занимала мать Яшода. But she did get in there to Goloka. Тем не менее, она смогла войти на Голоку. But there were other demons, like Kamsa's laundry man. He also saw Krishna. And Krishna asked Kamsa's laundry man, could you give me some of the cloth? We would like to have some of the cloth. And he insulted Krishna. У Камсы был прачка. И однажды Кришна встретился с этим прачкой и попросил его даровать ему одежды. Однако прачка стал отказываться. So Krishna killed him. И оскорбил его, и Кришна убил его. Оскорбил. So, some demons, usually the demons, they will be, when they're killed by Krishna, they'll go to the Brahma jyoti. Так обычно демоны, которых убивал Кришна, попадали в Брахма джойти. And they'll be in the Brahma jyoti for some time, then they'll come back to the material world. Они находились в Брахма-джойоте в течение какого-то времени и потом возвращались в материальный мир опять. Нет? Yeah. Вот. When they returned back from Brahma-джойоте to the material world, did they have a chance to continue devotional service and have association with Krishna? He answers. Well, that would depend on the devotees, if they're giving any mercy. Это зависит от того, получали ли они милость от преданных. They need the mercy of a devotee. Необходима милость преданного. Okay. Yes. Ваше святейшество, Харе Кришна. Вопрос такой. В лекции вы упомянули, что вот вы видите, что Матаджи, допустим, здесь, во Владивостоке, им бы не подошла такая деятельность по высушиванию лепешек из навоза коров. Должна ли душа, неважно в каком теле, стремиться к поиску вида деятельности в движении сознания Кришны для преданного служения? Должна ли душа, неважно в мужском или женском теле, так, стремиться к виду деятельности в движении сознания Кришны? Или Кришна сам приведет к деятельности по ее душе, по ее сердцу? Понятно, да? То есть, к какому-то конкретному... Должна ли душа стремиться к виду деятельности, определенному виду деятельности, ага, в движении сознания Кришны? Или Кришна сам со временем покажет вид деятельности ее вечный, и ему не надо принимать усилия по поиску этой вида деятельности. So, he has a question and some introductory preface to this question. So his introductory preface is your mentioning that, on your opinion, that Govard Mataji is here in Vladivostok, probably
would not appreciate the position of Gopi in Vrindavan who make that cow dance. So it was mentioned in preface. And his question is, should the soul, should the devotee in our Krishna consciousness movement trying to dedicate him or herself to certain special kind of service or activity, or Krishna will define by himself which activity should we be engaged in? Yeah, Krishna will arrange. Krishna это устроит. Krishna will arrange particular activities for us. А Кришна пошлет нам какую-то конкретную деятельность. Даже если мы, получается, стремимся к устремлениям своего ума, Кришна все равно нас приведет к тому, чему нам быть. Правильно? So even if we are trying to speculate which activity would be better for us and etc. Anyway, Krishna will give us his yes. His choice. Да? Спасибо. Okay, thank you very much. Спасибо большое. We have to finish. Мы здесь закончим. Бхактивик на Винашу Нарасимх Махарадж-ки. Шрила Прабхупада-ки. Гоуры Премананда. Хари Кришна, дорогие преданные, подходите, принимайте мой просад. Кстати говоря, завтра утром перед отъездом наш Нарасимха Махарадж прочитает еще одну лекцию, но она будет пораньше, в 6:30. Так что просыпайтесь пораньше, приходите в храм и будет в 6:30 лекция до Гуру Пуджи. Вот, после Гуру Пуджи Махарадж уже отправится в аэропорт. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Nita, Shri Shri Suta ki jaya, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Maya ki jaya, Shri Radha Govinda ki jaya, Shri Prabhupada ki jaya, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jaya, Nitai Gaura Premanande, Hare Bol. Так, завтра в 6:30 лекция. До 7:15. В 6:30.